Одессу тщательно подготовили к встрече президента Украины Петра Порошенко. Центр города, в частности Приморский бульвар и Ланжероновскую улицу, предусмотрительно обнесли оградительной двухметровой решеткой и турникетами. 26 мая. Мы находимся в 50 метрах от Дюка, нашей достопримечательности, и нас туда одесситов не пускают. Сегодня простым горожанам попасть на Приморский будет очень сложно. Там оперный театр. Ой, а что это такое? Это что такое? Я отказываюсь верить глазам своим. Это у нас что? Так, гетто или концлагерь? Да, внушительно. Вот так вот отгораживают гости от хозяев. Звезды на стене памяти возле оперного театра также спрятали под резиновыми шариками. Теперь над списком имен героев Советского Союза флаг Европейского Союза из желто-голубых шариков. Увековечены, да уже сомневаюсь в этом слове, имена героев, дважды героев, вот видите, да, героев Украины. Подготовка к визиту началась еще 25 мая. Коммунальщики мыли плитку на Думской площади и подрезали деревья на Приморском бульваре. Так, а где вышка с пулеметами? Представитель областной полиции Руслан Форостяк заявил, что центр города будет частично заблокирован с 10 утра до 3 часов дня из-за мер безопасности. В социальных сетях горожане выразили свое возмущение чрезвычайными мерами предосторожности. Президенту придется открывать Стамбульский парк и Потемкинскую лестницу в кругу избранных. Так, слуги народа. Ух ты! Даже слух народа проверяет. Да как? Вот она демократия! Вот она Европа! Наверное, нам не все рассказали. Почему он боится, чтобы его удочкой закопали? Потому что он знает, что... У нас выявляется страна. О, ну не надо нам... Зараз не надо нам будет. Вы свое ставление до Петра Алексеевича... Если он делает все правильно, то он должен не бояться свой народ. Хай примирит. Его должны все охранять. Дайте поездку, или хочете помитинговать. І ніколи народ не зраджував. Прекращай війну, блядь! Війну прекратіть! Не цитувати темники. Він повинен поважати громадян України в першу чергу. Ми патріоти України. Він повинен поважати людей, які його вибрали. Це не мітинг. А это кто? О, это артистов привезли. Я не можу себе утримувати і...